Самое короткое в истории заседание Верховной Рады Украины закрыли, не успев открыть. Депутаты еще не начали работу, а трибуну и президиум уже заблокировали Надежда Савченко, Олег Лешко из радикальной партии и их единомышленники. Они требовали принять закон, по которому весь газ украинского производства шел бы на нужды ЖКХ. Савченко при этом заняла кресло председателя Рады и не вставала, пока не пришел настоящий спикер Андрей Порубий. Но и он не смог призывать коллег к ответу. К сожалению, трибуна Верховной Рады Украины жестко заблокирована. Батьківщины, радикальной партии, народным контролем, свободой и внефракционными. Нам необходимы консультации, чтобы разблокировать работу Рады. На том и закончили. Отмечу только, что пока Савченко оккупировала место спикера, ее соратница по блоку Юлии Тимошенко, Александра Кужель, уселась в кресло, предназначенное президенту Украины.